Арен — это продажный, лицемерный ублюдок, как Огнивзоров, как и все эти атеисты. Ну, то есть не все атеисты — ублюдки. Я беру свои слова назад, но Ларин атеист, Невзоров типа атеист, да, но все они признаются, что они лицемеры. Да они даже сами признавались. Но это ладно, они могли просто ради рофла или сарказма, или просто, чтобы от них отстали. Я тоже много чего говорю лишнего, что могут посчитать всерьез, но, ну, то есть, типа, какие-нибудь шутку там. Но про девушку я серьезно, и плачу я серьезно. Ну, вот такие фразы, типа, как «да, я лицемер», там, типа, они просто отмазывают, ну, просто так, чтобы от них отвалили, говорят, вот, я тоже бывает такое, говорю иногда. Короче, это полный шлак. Ларин и Невзоров — это полный шлак. Пошли вы нафиг, дис на вас запилю, запилить надо.